давайте совершим путешествие в мир растений. Внешне они кажутся неподвижными. Только с помощью специальной киносъемки можно увидеть многое из того, что скрыто для нас. Например, движение растений. Вот хорошо знакомое вам семя фасоли. Взгляните, как помещенное во влажную теплую почву, оно пробуждается, начинает двигаться, расти. Сначала прорастают корешки. Вот появился стебель. Вспомните, что происходит с клетками растения в момент роста. В верхушках корней стебля клетки делятся и увеличиваются в размере, удлиняются. Движение растений во время роста называется ростовым. Итак, вы убедились, растение постоянно находится в движении, растет. Всегда ли одинаково протекает рост? Оказывается, нет. Корешок обычно растет вниз. Внесли удобрение. Корешок тянется к нему. А если в почву внести яд? Смотрите, как изменилось движение. А что влияет на ростовое движение стебля? Обычно он движется вверх, навстречу солнечному свету. И как бы мы ни располагали растение, стебель его неизменно растет только вверх. При этом листья тоже поворачиваются к свету. В этом опыте солнце заменили обыкновенной лампой. Смотрите, растение тянется и к свету лампы. Такую тягу к свету у растений вы, наверное, не раз наблюдали и сами. Например, у подсолнечника. Его недаром называют цветком солнца. Он всегда как бы и следит за солнцем. Некоторым растениям, чтобы тянуться к свету, расти, необходима опора. Это растение с длинным и тонким стеблем. Посмотрите, как они совершают ростовые движения. Познакомились с вами с одним из видов движения растений, ростовым. В таком движении проходит вся жизнь растения.